Ну, вот еще одна партия. Начало, скучное начало я, естественно, пропустил, потому что дебюты здесь более-менее одинаковые. И вот, уже не знаю, куда ставить оружие, куда его проебывать. Еще один лонгплей. И тут я вот уже часика лутирую. Как вы видите, я занял практически все место. Мне ставить оружие, уже, наверное, некуда. Так, сюда я хотел тормоза поставить. Вот эти вот. Так. Да, особенно их-то и не поставить куда-то. А деньги, как видите, тратить на что-то надо. Потому что непотраченные бюджеты это очень, очень плохо. И вот сидишь тут вот целыми днями, паутируешь вот в это. Не сказать, что совсем уныло, но... А, вот так я свою жизнь и проебываю, дорогие друзья. Вот. Отдаю оборудование на несуществующей военной базе. Так, для красоты вот сюда еще можно въебать ракетную установку. Вот, но это чисто для красоты. Как вы понимаете, на этом уровне... На этом уровне у нас... у врагов ебическая хилса. Что-то она такая хрень 39к дамага дает. И вот оно хуячит ракетами, хуячит, а им похуй. С другой стороны, и денег здесь тоже дохуя дают на этом уровне. Только успевай бюджеты осваивать. В прошлый раз я дошел до 82 уровня. Сейчас только 80. Но всего 20 жизней... Ой, 12 жизней осталось. Это маловато. Так. Все застроил. Все. Уже вот эти можно начинать апгрейдить. Ну и на 82 уровне, сейчас 81, а на 82 у нас будут летающие корабли. Вот эта вот сука пошла. Которые ничем не убиваются. И вот мы сейчас посмотрим, сумею ли я подебить их. Или не сумею. Эта сука не тормозится ничем. Мое оружие, ну, видите, оружие их не берет практически. Ну и сколько бы у тебя денег не было, вот осталось 4 жизни всего лишь. Так-то я могу по бырику нажать Next, типа я на следующий уровень перешел. Вот. Ну вот, 1 100 000.
В прошлый раз было 1 200 000. Был гораздо, гораздо лучше это все. Вот такой вот еще один вариант Tower Defense. Вот. На что я трачу свою жизнь? На что я трачу ваше внимание, дорогие зрители? Вместо этого я мог бы написать бы свой Tower Defense со свиньями, с курами, с утками, с гусями. Но нет, нет, дорогие друзья. Вон еще один. Опять эти корабли. Опять эти корабли. Опа. Вы только посмотрите на эти лаги. Как оно лагает. Иногда кажется, что планшет просто завис. А мог бы в это время писать какие-то интересные программы, радио вот там развивать или еще чего делать? На самом деле не мог, потому что вот это все, на что я способен. Вы видите мой потолок. Вот он мой потолок. Конечно, это лучше, чем косынка. Хотя все относительно, ребята. Косынка иногда могла бы быть и лучше. Да. Как видите, вот эти корабли один раз телепортировались. И почти живыми идут дальше. То есть, я бы все равно всрал. Это же сколько нужно дамага им подчинять, чтобы они сумели сдохнуть на такой-то скорости. Забавно говорить о скорости, когда планшет так лагает. Слайд-шоу в прямом эфире. Точнее, в записи. Потому что с планшета в прямом эфире я вещать не могу. Мой старенький планшет на Android 4.3. Ой, 4.4.2, по-моему, не умеет в это. Вот. А новый планшет на 7-м андроиде, он как бы не совсем мой. И я его в сеть не пускаю, потому что я шизоид. Вот. Он мне говорит, обнови Google сервисы, обнови. А я такой, ага, сейчас. Две тысячи кредитов есть. Что бы я сделал, если бы у меня было в кармане 62 000 кредитов? А, собственно, ничего. Как с игровыми кредитами не сделаешь, поскольку игра-то уже закончилась. И можно только смотреть, как пассажир, чем дело кончится, так и в реальности. Не хочется верить, что моя игра закончилась, но вот идеи, мысли
меня кончились. Говорят, что из-за того, что в мозге ограниченное количество, веществ, которые могут прореагировать, в том числе глюкоза. В общем, количество мыслей в нашей голове, оно конечно. Вот, возможно, у меня в голове тоже все мысли уже отыграли. Я все идеи, какие можно, уже думал, обдумал. Новых идей, естественно, нету. И все, что мне остается, это играть в этот тупой Tower Defense, стилизованный под рисунки на тетрадных листочках. А возможно, кто-то действительно взял тетрадочку, нарисовал вот это, отсканировал и получил вот графон для своего Еденаза Tower Defense. Ну что, результат примерно такой же, как и в прошлый раз. Надо работать, что-то делать. А я аутирую в эту хрень. Вот встал бы сейчас. Работай, жопа, и жуй. Не хочу. Хочу полежать. А лежать просто скучно. И мы снова начинаем аутировать в Tower Defense. Можно ли не аутировать в Tower Defense? Не найдя ответа, мы снова идем полежать.